Здравствуйте! В этом видео я расскажу, как оформить кухонный фартук, чтобы было не только модно и красиво, но и практично. Кухонный фартук – это часть стены, расположенная между настенными и напольными шкафами, ведь именно эта поверхность наиболее подвергается воздействию различных загрязнений. Стандартное расположение кухонного фартука предполагает полное покрытие всего участка стены. Использование крупноформатной плитки. Крупноформатная плитка – ключевой тренд сезона 2021 года, а также ближайших нескольких лет. С ее помощью можно получить монолитную бесшовную поверхность, которая выглядит не только очень современно, но и намного упрощает уход, а это очень актуально для кухни. Ведь за единой поверхностью значительно проще ухаживать, нежели за той, которая разделена на множество маленьких плиток. Крупноформатная плитка – довольно новый прием в оформлении рабочей зоны на кухне. Благодаря использованию таких плит можно создать ощущение более масштабного пространства. Также в последнее время чаще стала использоваться крупноформатная плитка в качестве столешницы, получая красивую, неприхотливую в уходе и относительно из натуральных материалов недорогую рабочую поверхность кухни. Что касается популярных текстур, то наиболее популярна плитка с текстурами натуральных материалов, например, мрамора, камня и дерева. Для интерьеров в стиле лофт можно подобрать плитку, имитирующую состаренный металл, ржавчину, что идеально подходит к таким интерьерам. Лидеры среди текстур – это натуральные камни в разных своих интерпретациях. Травертин, песчаник, сланец, мрамор, оникс. Размер крупноформатной плитки может быть разный, но наиболее популярны широкоформатные плиты размером от 60 см на 120 см до максимальных, керамических слэбов размером 160 см на 320 см. Которые можно использовать не только на скинале, но и на столешнице. Такие плиты имеют хорошие физические свойства, они универсальны, устойчивы к царапинам и истиранию, имеют высокую ударопрочность. Кухонный фартук в виде стеновых панелей. Стеновые панели или скинали – это специальные декоративные панели, которые обладают защитной функцией. Кухонный фартук может совпадать с цветом и фактурой столешниц и создавать единое пространство. А также может иметь собственный декоративный узор, который сможет гармонично сочетаться с другими элементами кухни и сделать ее еще более оригинальной. Сейчас наиболее актуальны стеновые панели либо из стекла с интересной фактурой, либо однотонные. Популярностью пользуются и стеклянные панели с умной подсветкой. Есть и стеновые панели, которые очень хорошо имитируют камень и при этом неприхотливы в уборке. Особенно если у вас стиль лофт, то помимо всего прочего можно использовать декоративные матовые ламинированные панели с нанесенным рисунком с фотомотивом камня либо кирпича. Модной в 2021 году будет и стеновая панель под дерево. Внешний вид ее должен быть таким, чтобы она по внешнему виду точно совпадала со столешницей. Только в этом случае панель будет смотреться стильно и дорого. Функциональные фартуки. Что из себя представляет обычный кухонный фартук? Чаще всего это полоска плитки, которая располагается между верхним рядом кухонных шкафов и столешницей. А ведь можно за фартуком скрыть массу полезных вещей. И выглядеть такие кухни будут очень оригинально. За фартуком можно скрыть не только газовую трубу, но и сделать полки для баночек со специями и для других полезных мелких вещей. В том случае фартук становится общей частью системы хранения на кухне, и раздвижные двери будут скрывать их.
Плюсы таких функциональных фартуков очевидны. С его помощью на вашей столешнице не будет ничего лишнего, и кухня всегда будет выглядеть аккуратной и чистой. Да и пользоваться такой системой хранения будет довольно удобно. Как же можно обустроить функциональный кухонный фартук? Вариантов обустройства может быть очень много, и они полностью зависят от вашей фантазии. Поэтому приведу только несколько примеров. На этой фотографии за деревянной панелью кухонного фартука с открытыми полками спрятана газовая труба. На этой кухне установлен поднимающийся стеллаж, где хранится всякая всячина, которая нужна любой хозяйке во время готовки. Здесь за кухонным фартуком скрываются отсеки для моющих средств, губок и ёршиков, то есть всего того, что всегда находится рядом с раковиной и поэтому портит вид кухни. Функциональным можно сделать фартук и из мраморных тонких плит. На данном фото в кухонном фартуке сделаны скрытые ниши со светодиодной подсветкой. При желании можно за кухонным фартуком скрыть даже смеситель. Кухонный фартук может быть и подъемным, за которым легко скрыть различную кухонную утварь. Можно и открытые ниши кухонного фартука чередовать с закрытыми, как показано на этом фото. Ну а на этой кухне, на первый взгляд лаконичные, как такового кухонного фартука нет, так как по всей длине кухонного гарнитура расположена система хранения. Это система хранения Logica кухни Волкосины. Да, достоинства всех этих функциональных кухонных фартуков очевидны. Но есть у них и минусы. Во-первых, такие кухонные фартуки делаются только под заказ, поэтому такой гарнитур намного дороже обычного. Во-вторых, столешница в таком кухонном гарнитуре должна быть шире обычной, чтобы было достаточного пространства для готовки. Можно, правда, сделать вместе расположения кухонного фартука нишу в стене. Но это опять дополнительные затраты.